вы знаете, что джет был чучелом? А это была его голова. Получается, мы правда едим мозги чучела. Прикольный джет. Я граф Дракула. Что, незаметно? А я хотела быть тыковкой. Готова. Юми, вообще-то приходи пишется через букву О. Просто скажи, Джет, приходи. По-моему, мы случайно уже 6 раз сказали. Ой-ой-ой, что это? Вызывали Джека. Привет, ты на канале Magic Pets, я Софи. А я покемон Юмичу. А я Миша. Лайк. А я Эйвен. И сегодня мы вместе с нашей хозяйкой Аней будем готовиться к празднованию Хэллоуина. Знаешь такой праздник, да? Ура! Один из моих любимых праздников. Да, кстати, про любимые праздники. Напиши в комментариях, какой твой любимый праздник, отмечаешь ли ты Хэллоуин. Да-да-да, и ставь нам лайк, если хочешь несколько страшненьких Хэллоуин выпусков. Да, и не забудь подписаться на канал. Чтобы нас скорее стало 2 миллиона, а мы будем еще и тыкву делать. Делать голову Джека из тыквы. Но не обязательно из этой, может, из какой-нибудь другой. Да, а еще не забудь потом пойти посмотреть на нашем семейном канале Magic Family. Крутое видео! Блин, Юмин, ну ты даешь. Да, ссылка вот там. Это опасные соревнования, которые нельзя повторять. Мы все вчетвером соревновались, кто круче. Кто пройдет по шатающемуся смертельному мостику огромной высоты и не испугается. Как думаешь, кто из нас круче прошел эту полосу препятствий? Короче, потом сходишь и посмотришь это видео. И не забывай про нашу фан-встречу в Красноярске 9 ноября. Я заняла первое место. Неправда, Миша. Зачем ты обманываешь их? Привет, пушистики. О, я смотрю, вы уже тоже готовитесь отмечать Хэллоуин. Я кое-что тут прикупила, но смотрю, вы тоже время не зря не теряли. Мы тоже кое-что купили. Вот и посмотрим, кто что купил. И чьи покупки для Хэллоуина будут интереснее. У нас сегодня очень много планов. Нарядить комнату, рассмотреть и расставить все наши покупки. Еще сделать голову Джека из тыквы. Конечно, Софиша, вырезать тыкву. Только, наверное, нету. Я там еще несколько купила, это слишком белое. А еще подготовить Хэллоуин костюмы. Ань, скажи же, я первая заняла место в соревнованиях. Ты про смертельный мостик, Мишка? Да, про опасный челлендж, который вышел сегодня на Magic Family. Я говорю, что Миша не права. Ну, давайте не будем раскрывать секретов, потому что я хотела, чтобы ребята все посмотрели и решили, кто из вас занял какое место в этих опасных соревнованиях. И мне было интересно именно мнение наших ребят. Так что пусть они сами сходят, посмотрят и честно распределят ваши места. Ну ладно, начнем готовиться. Да, давай, Ань, давай скорей. Погодите, а где опять киса Алиса? А киса Алиса уже пошла делать трик-о-трит. В смысле? По домам конфеты собирать. Она надела свою эту шапку ведьмы. Взяла мешочек для сладостей. Но сегодня же еще не Хэллоуин. Ладно, надеюсь, она это поймет и уже скоро вернется к нам. Кстати, смотрите, какая у меня есть классная хэллоуинская шапка. Как вам? Блин, прикольная, можно мне померить? Я для вас тоже подготовила хэллоуинские костюмы. Так что как закончим, примерим. По-моему, тебе, Софи, не очень идет. Ты такая мне смешная. А вот и нет, очень даже нормально. Она полосатенькая, оранжево-черная в цветах Хэллоуина. И у нее 2 бомбончика на ушках. Ладно, Софиш, снимай, она и правда тебе большая. Эта шапка может стать шапкой Джека. Можно ему на голову надеть. Ну да, тогда я к своему костюму надену вот эту полосатенькую. Ну что, давай начинать распаковывать покупки. И украшать комнату. Давайте по очереди. Сначала моя покупка, потом ваша. Потом снова наша, потом твоя. Я купила вот такие вот черные и оранжевые воздушные шарики. Ух ты, прикольно. Давай их надуем. Да, сейчас мы их надуем. У них разные рисунки. Мои покупки прикольнее, ясно, мои покупки. Нет, отстань, нет, мои прикольнее. Нет, мои. Отстань, Юмичу, я говорю, мои круче. А я говорю, мои, понятно, потому что я покемон. Я отстань от меня, Юми. Эй, хватит спорить, я сейчас шарик надую. Смотрите. Он сдулся. Это я, чтобы вас успокоить. Потому что покемон вечно выделывается. Смотрите, на оранжевых вот такой рисунок и надпись Happy Halloween. А на черных такой же? А на черных чуть-чуть другой, но тоже написано Happy Halloween. На нем еще скелетики, паучки, призраки. Конечно же, тыква, а на этом тыква и много летучих мышей. Надуй их и разложи на нашем фоне. А мы пока подготовим наши покупки. Да, распакуем их. Похоже, мы закосячили ребят, надеюсь, они не узнают. Не представляю, как мы будем распускать эту паутину. Фух, ребятки, я надула все шарики и разложила их на диване вместе с подсветкой. По-моему, получилось классно и жутко. Да, отлично, круто смотрится. А следующая покупка наша. Давайте моя. Нет, давайте Мишкина. Паутинка. Паутинка? Ого, это что еще такое? Это черные и оранжевые паутинки. На них еще пауки есть. Давай, 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 я тебе помогу. Не вытаскивается, надо этих пауков вытащить. Да, это, конечно, жесть. Попробуем это расплести. Так она для этого и паутина. Юми, вообще-то она зацепилась за твой кокоть. Так, черная, а еще есть и оранжевая, только с черными пауками. Окей, я так понимаю, ее надо разматывать, растягивать. И она, как настоящая паутина, будет на кусочки разматываться. Ох, вот это жесть, как бы мне самой в этом не запутаться. Мы хотим распустить ее везде вот тут. На диванчике, на фоне, на растениях. Но только не на лежанке. Да, иначе мы сами в ней все запутаемся. И не сможем нормально снимать видео. Ладно, я поняла, давайте пробовать. Чувствую, ребятки, это продлится очень долго. Потому что она такая прилипучая, эта паутина. Ань, ты ее хорошенько растягивай, отрывай от нее кусочки. Представь, что ты делаешь украшение из настоящей паутины. Это не так легко, как вам кажется. Зато будет очень красиво. Так что давай, растягивай ее. Потому что у нас ее очень много, и нам нужно ей украсить все. Только, ребят, вы не лезьте в это. Я сделаю все, что смогу. Просто если вы еще залезете, вы вообще...
вообще запутаетесь в этой паутине. И потом я ее буду с вас снимать полдня. Так, ладно, вроде с черной разобрались, давайте с оранжевой закончим. Давай-давай, распускай ее. Да, отрывай прямо здесь, кусочек положить, там. Да что вы говорите, я смотрю, вы самые умные тут. Эй, кажется, я запутался. Прикол, у тебя паутина на глазу. Отстань, Юми, лучше помогла. Спасите, помогите. Ты что, тетя Софи, тоже там запуталась, что ли? Не вижу ничего. Я не буду тебе помогать, потому что ты вечно на меня бочку катишь. Блин, блин. Ну ладно, Юми, что я тебя отомщу. Смотрите, а ко мне паутина не прилипает. Не зря я суперпокемон, я ее даже слюнявлю. Она не прилипает. Юми, что ты делаешь, а? Почему, пока я там вешаю, вы все в этой паутине, а? Что тут происходит? Аня, ко мне паутинки прилипли, не тяни. Да уж, с этой штукой надо быть аккуратнее. Ладно, зато получилось очень классно и страшненько. Как будто у вас тут все реально заплел паук. Или стая пауков. Это у волков, Юми, стая. Надо пауков разложить, а то они сожрут друг друга. Юми, хватит их спутывать. Аня, раскладывай оранжевых на черное, а черных на оранжевое. Чтобы их было заметно. Ааа, прилипучка. Классно, выглядит реально так по-хэллоуински. Так, теперь моя очередь, и раз речь зашла о липучках, у меня есть много летучих мышей. Они что, липучие? Ну да, их можно прилепить куда угодно. У меня целых два пакетика, и их там два размера. Прям как Бэтмен, да? Ну да. Вообще-то Бэтмен и есть летучая мышь, бать. Английский учи. Юми, не пререкайся. Классно, давай обклеим ими наш диванчик. Да, прикольная идея. Вообще-то у них крылья сгибаются. Сначала надо изучить, прежде чем делать. Ух ты, чё, правда? Точно, там он, видишь, сгибы. Ого, тут правда тело отсоединено от крылышек такими двумя полосочками. По ним можно согнуть, и крылышки у летучих мышек будут объемные. Аня-нянь, прицепи его туда на воздушный шарик. Готово. Классная идея, покемон. Очень жутко смотрится. Настоящий Хэллоуин. А еще вот сюда. Вот сюда. И сюда. И весь диван обклеили мышами. По-моему, круто смотрится. Да-да-да, давай еще куда-нибудь наклеим. А перебора не будет? Аня, это Хэллоуин. Праздник всех монстров и мистических тварей. О каком переборе речь? А давай это на подсвечники. У меня есть две вот таких вот оранжевых свечечки. А у вас, смотрю, как раз черненькие. Такие большие и толстые. Только что с ними стало? Почему они такие изогнутые? Как будто они растаяли. А вот это вот вообще жирное, огромное. Вроде бы их никто не жег, но при этом они какой-то странной формы. Но для Хэллоуина как раз подходит, они страшные. Просто на самом деле мы немного прокосячились. Ты же нас не будешь ругать. Типа когда-то я вас ругаю, а? Мы положили их рядом с лампой, и они растаяли. Давай их на наш специальный поднос. Да, сделаем Хэллоуин композицию из свечей. На черном хэллоуинском подносе, отлично. У нас даже нож черный. Да уж, я вижу, вы хорошо подготовились. Давай, Аня, раскладывай свечки на подносе. А еще у нас есть черные горшки. Что мы в них положим? Мы на них положим голову Джека. Так, две ваши огромные страшные черные свечки. А моя покупка! А что это такое, покемон? Это гирлянда с летучими мышами, которую не надо включать в розетку. Окей, хорошо, и куда мы ее прицепим? Может быть, на фон? Нет, Ань, давай мотаем ей наш диван. Кстати, классная идея, давайте. Готово. Врубай, включай. Так. Класс, выглядит крутяцко. Да, видок у вас реально хэллоуинский. А теперь доделай мистический свечной поднос. Так, поставим к вашим свечкам еще мои оранжевые. И приклеим на них своих летучих мышек. Вот так. Да, классно получается, давай еще одну. Блин, мы не вставили свечки. Все нормально, Мишка, не переживай, у меня тут есть целая коробка. В ней я храню всякие разные старые свечи. Вот, их-то мы и используем для тыквы. Ань, слушай, кроме оранжевого и черного, у Хэллоуина есть еще цвета? Фиолетовый и салатовый, а тут есть фиолетовые свечки. Давай самые страшненькие добавим на наш поднос. Да, действительно, чтобы завершить нашу мистическую свечную композицию. Так, а теперь клади этот поднос на горшочек для подставки. Да, чтобы свечки были в безопасности от вас. А теперь моя покупка. Ага, Софи, посмотрим, что это у тебя тут такое. Светящиеся Хэллоуин наклейки. Они фосфорные. Все равно моя гирлянда круче. Отстань от меня, Юми. Все равно гирлянда круче. Хватит вам спорить уже. Давайте их откроем и решим, куда будем приклеивать. Их тут очень много разных. И таких фигурок у нас как раз нет. Вот, например, привидение. А мы хотим вызвать духа Джека на Хэллоуин. Нет, ребят, никаких вызовов духов. Эйвен, молчи, не выдавай всех секретов, а? Чуть не подавилась Хэллоуином. А я вообще пошутил. Так, что происходит, а? Ничего, а что? Юми вот пытается подавиться. Юми, чего? Осторожней, дай это сюда. Эйвен, а у тебя-то что на носу? Это, а что это? Пенопласт. Это же фосфорная надпись Хэллоуин. Давайте приклеим ее на горшочек для тыквы Джека. Хорошая идея, Мишка. Смотрите, какая тут есть голова тыквы. Надо будет потом их зарядить, чтобы они в темноте светились. Приклей ее на вход в наш вигвам. Да, придется убрать оттуда летучую мышку и переклеить ее в другое место. Можно наш диванчик? Классно этот страшный тыква Джек смотрится на вашем вигваме. Ведьму на метле я приклеила тоже на диван сзади вас и привидение туда же. К паучкам. А Бэтмен тут прикольно смотрится. Юми, ну зачем ты его грызешь? А на моей стороне паутинка и клещ. Это же не клещ. Софи, это паук. Ой, да ну вас. А я свой черепочек прям на свечку наклеила. По-моему, комната получилась классная. Дождемся вечера. Я привезу остальные тыквы, сделаем голову Джека и будем наряжаться в Хэллоуин костюмы. Скорее бы вечер. Ага. В
Все, последняя тыква. Из какой из них мы будем делать голову Джека? Давайте выбирать. Да, давайте скорее, а то еще в костюмы наряжаться. По-моему, вот эта тыковка маловато. Она меньше двух моих ладошек. Отправляем ее в декор. А вот эта длинная тыква, она мне подходит по форме. Потому что она как кабачок. А по-моему, она напоминает кеглю. А по-моему, гирю. В декор ее. Вот эта тыковка нам бы подошла. Она такая ярко-оранжевая, хорошей формы. Но она тоже мелковата. В украшение ее. Вот эта тыква большая. По-моему, она нам подходит. Она же белая, а не рыжая. Да, убирай ее, цвет нам не подходит. Вообще-то она бледно-оранжевенькая. Ну ладно, я согласна. Осталось две, обе оранжевые, подходят нам по размеру. Но какую из них выбрать? Конечно, вот эту, с пепелюшечкой. Да, берем ее. Да, прикольно, пепелюшку можно отрезать. И это будет такой колпачок. А как же шапочка для Джека? Не, ну шапочку мы тоже наденем. Так, все аккуратнее, у меня в руках острый предмет. Расходимся и под мой меч не лезем. Давай отрезаем его пепелюшку. Сейчас нужно аккуратно ее вырезать сначала. Последнее движение и вытаскиваем колпачок. Отлично. А можно его пожрать? Погодите, я схожу за перчатками. А то я помню, как в прошлый раз я потом руки 100 лет не могла отмыть от этой тыквы. Они у меня были оранжевые. И мне еще нужна тарелочка, куда внутренности складывать. Юмичу, что ты делаешь, а? Я ем пепелюшку нашего Джека. Юми, положи обратно. Куда ты ее потащила? Ща. Так, я готова. Эй, что тут происходит, Юми? Отдай сюда. Так, сейчас я буду вытаскивать внутренности Джека. О, блин, а можно их покушать? Ну не надо, ребят, ну че вы, ну? Ну они же вкусные. Классно, мы едим мозги Джека. Эй, стоп, что происходит? Перестаньте. Не трогайте его внутренности. Хватит, остановитесь. Вы что, хотите этими семечками потом в туалет ходить? А можно я тоже попробую? Миша, нет, стоп, все, перестаньте. У него такие вкусные мозги. Я требую вас прекратить есть внутренности тыквы. А вы знаете, что Джек был чучелом? А это была его голова. Получается, мы правда едим мозги чучела. Ужас, как это звучит. Так, вроде все. Ну это же Хэллоуин. Должно быть страшно. Можно мы съедим последние кусочки мозгов? Ой, блин, все, остановитесь. Теперь Ань, вырежи ему глаз. Да, я думаю, мы будем делать достаточно стандартную страшную мордашку ему. Треугольные глаза, три движения и вытаскиваем. А если мозги нельзя есть, можно хотя бы глаз его сожрать? Юми, нет. Так, сейчас я вырежу ему второй глаз. Пока Аня не видит, пойду погрызу его глазенку. Эйвен, вообще-то я все вижу. По крайней мере, там нет костей. Отлично, второй глаз готов. Я тоже хочу его глаз пожрать. Я тоже сейчас незаметно сворую, пока Аня не увидит. Юми, я все вижу. Почему я вынула на мне? Никому нельзя. Так, давайте лучше сделаем Джеку рот. А я тоже пойду его глаз пожру. Почему Софи можно мне нет? Перестаньте расчленять Джека, ребят. Ну что вы, ну? Я тут для вас стараюсь, вырезаю ему зубы. А можно нам с Юмичу хотя бы его зубы погрызть? Нет, все, хватит. Я сейчас у всех все заберу. Не надо грызть Джека. Так, вырежем ему носик треугольный. Все, наш страшила готов. Только еще по краям рта ему все-таки пару зубов добавлю. Классный Джек получается. Да, криповенький. Всем разойтись, у меня в руках огонь. Сейчас зажгу свечку и поставлю ему в голову. Аня, давай свет выключим, посмотреть, а? Вау, классный, да? Прикольный Джек. Смотрится прям как в кино, да? Ага, давай его шапку-то наденем. Сначала посадим Джека на наш Хэллоуин горшок, чтобы он был повыше, а не валялся на полу. Давайте еще разок без света посмотрим на наш хэллоуинский декор. Я приклеила к горшку крылышки летучей мыши, они смотрятся как ушки. Ань, а шапку-то мы ему наденем? Да погоди, Софи, со своей шапкой. Сначала нам костюмы. Держите. Кто кем будет, решайте. А я пока пойду и нашему Джеку и правда надену эту полосатую хэллоуинскую шапочку. Такого мы еще не делали. Это его оживит. О, Эйвен, ты кто? Я граф Дракула. Что, незаметно? Класс, ну и плащ у тебя. Правда, мои шикарные брюшки с лампазами все в паутине. Хотя я же вампир, типа нормально, я же сплю в гробу. У тебя даже красная шелковая жилетка, бабочка и золотые часы на жилетке. Прям как в те времена. Но самое крутое, это мой красный шелковый дракульный плащ. А давайте, ребята, посмотрим все наши Хэллоуин костюмы и проголосуют, у кого прикольнее. А ты кто, Мишка? А я жена графа Дракулы. У меня шотландское платье в его цвет, череп на спине и бантик на груди. Да, вы действительно похожи. Шикарная хэллоуинская парочка. А это что у нас тут за чертик такой прячется? На голове рожки полосатые, на спине крылышки и хвостик. Сладкий дьявол написано. Неужели это покемон Юмичу? А вот и нет. Это Софи. А я хотела быть тыковкой, поэтому у меня шапка, как у Джека. Да уж, Юми, по-моему, у тебя плохо получилось. Почему? Мне смешно. Ну, Юми дает. Че, мы не похожи, да? Нет, Юми, че, вы не похожи. Давай снимем тебе эту шапку, ладно? Я хотела быть тыквой с Джеком вместе. Но она тебе не подходит, Юми. Ну, ладно. А вот костюм у тебя, по-моему, очень классный. С кучей маленьких разных тыковок.
Так что считай, что он на Хэллоуин ты тыква. Я тыква. А киса Алиса хотела быть львом. Я ей гриву тут нашла, шарфик, как она просила. А она ушла конфеты попрошайничать. Не попрошайничать, Аня, это трик-утрит называется. Но я согласна, рановато. До Хэллоуина еще несколько дней. Ох уж эта киса Алиса. Думаю, она скоро вернется, надеюсь, с кучей конфет. А нам пора спать. Ань, а ты уже прям сейчас спать идешь, да? Да, и уже уходишь, да? А что? Не-не, ничего. Ладно, ребят, спокойной ночи. Блин, давайте, ребят, скорее, а? Уже без 15-12 ночи. Через 15 минут полночь. Да она точно уже уснула. Да-да, врубай свет давай. Тихо. Только не шумите, а то Аня услышит и проснется. Я надо было зажигалку для свечей. А мы, как договаривались, с Мишей достали специальную бумагу. И маркеры. Я зажгла свечки. Ну что, пока она спит, будем вызывать дух Джека. А мы тыкву зажгли. Так, я сейчас напишу маркером Джек. А ты ее напиши, приходи. Приходи. Ваш крестьянский знак поставлю, чтоб точно услышал. Готово. Юми, вообще-то приходи пишется через букву О. Приходи. Ой, ну какая разница, ну вы и зануды. Приходи, ладно. Так, отлично, сейчас надо его поставить перед надписью и перед нами. И поверни его, это, к нам лицом. А, да, точно, ща, погоди-ка. Отлично, давайте начинать. По инструкции написано, надо читать. Джек, приходи, 6 раз. Давайте по очереди. Джек, приходи. Джек, приходи. Джек, приходи. Джек, приходи. Юми, зачем ты говоришь Джек, приходи? Ты сам сказал исправить на приходи. Ну, произносится это как буква А. Просто скажи, Джек, приходи. По-моему, мы случайно уже 6 раз сказали. Ой-ой-ой, что это? Мистика какая-то. А я в такую фигню не верю. Мамочки. Поздно мамочку звать. Вы это видите? Офигеть, что это? Страшно. Он оживает, у него руки полезли. Вызывали Джека. А вот и я. Спасибо, детишки. Только мне нужны силы, чтобы встать на ноги. А написали это с ошибкой. Ну что, поиграем? Мама. Господин Джек, может сначала поговорим? Ставь лайк для продолжения и иди смотри опасные соревнования питомцев на смертельном мостике на канале Magic Family. Ссылка в описании. Скоро увидимся.